приветствую. Рад вас видеть. Как вы? Спасибо. Приездом. Спасибо. Очень приятно вас. Совместно, вместе, я думаю, добьемся успеха, народу окажем ту помощь, ту медицинскую помощь, в котором они нуждаются. Уверен, что проблем у нас никаких не будет. Ну, возможно, условия пребывания для личного состава немного хуже, чем в прошлом году. Но мы по поручению президента постарались тот необходимый минимум, я бы сказал, а может быть и даже и повыше, обеспечить. А по ходу уже вашей работы здесь мы любые возникающие вопросы будем решать оперативно. Профессионально будем подходить к каждому вопросу, который будет возникать. Я думаю, как в прошлый раз, взаимодействие с Министерством обороны, которое было на высшем уровне, и с Минздравом справимся, комфорт нашим больным создадим. Наши средства массовой информации часто информируют наших граждан о том, сколько вы приняли в прошлом году пациентов. Это было чуть более 450 человек амбулаторно. Более 3700 человек в целом прошли через ваших врачей, ваших военнослужащих. И отзывы всегда были очень хорошие. Врачи, которые сейчас приехали, есть разных специальностей. Есть профессиональный УЗИ, который может УЗИ внутренних органов, доплерографию, как сосуды работают. И много врачей, которые могут даже амбулаторно наших больных, которые будут нуждаться, обращаться, принимать. ПЦР. Можем и городу помогать, больницам, так как нагрузка большая. Я знаю, что это колоссальный труд. Я думаю, подключимся. Нагрузку снимем, чтобы люди максимально могли сдавать анализы и ПЦР-диагностику в плане обследования увеличим.